приехать к нам в гости. Привет. Давай, иди сюда. Пошли, что стесняешься? Ай, ручку-то. Верника, ты что, боишься меня, что ли, еще? Ну так вот, сейчас разыграемся. Приехала Вероника, как вы поняли, Маша. Сейчас будем играть. Вот это та игра, которую мы вчера купили. Самое стрёмное в этой игре – это собирать ее. Это так долго. Так, все, мы собрали нашу игру. Сейчас Вероника знает, что нужно сделать? Вероника? Вероника? Знаешь, что нужно сделать? На молоток. Надо молоточком, только подожди, не просто бить. Сначала... Да нет, фига. Подожди, пока не бей. Надо, чтобы пингвинчик не упал. Такая увлекательная игра. Как сидеть с тобой, пока ты будешь бить? Тихонечко, тихонечко, молодец, все правильно. Главное, чтобы пингвинчик не упал. Тихо. Побил. Тихо. А так-то смотри, побил. Все. Упал. Так, Пашка пока монтирует. Ника, ты что делаешь? Играешь? Ника играет. А я вообще ужасная, и я сейчас пойду покажу вам, как я буду готовить сырники, и Маша будет со мной сидеть. Будем готовить сырники. Я думала, хотела рассказать и показать. В Инстаграме писала, но как-то все руки не доходили. Но сейчас я вам все покажу. Так, что нам надо будет? Я беру вот такой творог, он, не знаю, как творожное масло, я уже показывала его. Можно обычный творог брать, без разницы. Беру муку рисовую. С обычной делаю, мне больше нравится с рисовой. Яйца и сахар. Все очень просто. Ну давай поиграем. Синька. Молодец. Ой, спасибо. Давай. Давай. Давай еще. Подожди, я сейчас сырники посмотрю. Будешь сырники? Да. Ну мы же привыклась. Я играла с Вероникой. Теперь у нас не будет сырников. Я с тобой болтала. Будете сырники? Я еще снимала, как их готовить. Она снимала просто, как их готовить, а тут... Может, ты будешь. Может, ты будешь. Нормально. Сейчас мне сплавят, как всегда, все. Не, ну красиво. Это, ребят, шоколадные вообще-то. Шоколадные ведь? Скажи, да. Шоколадные. Да, конечно, шоколадные. Вкусно? Вкусно? Видите, даже горелые вкусные, так что рецептик-то все века. Красотки, да? Угу. Такая улыбака. Милашки. Как ты Настю любишь, обними. Пока Паша монтирует видео, мы уже ногти сделали. Уже поели, уже поиграли, уже фиксиков посмотрели. Покажи, что получилось. Видите, какие нежненькие сделали Машки. А я вот сама как бы... Я их прячу постоянно, мне так стыдно. Ну что, опять играем? Пашу не дождаться, да? Нет. Давайте нет. Втроем в прятки играть. Давай в это втроем. Давайте поиграем. В прятки поиграем. Нет. Ну нет. Ладно. Нет, так нет. Сегодня никто с Вероникой не погулял, да? Не поиграл, да? Нет. Вот так вот.
Я сегодня все утро монтировал. Девчонки, значит, у нас ногти все пылесосили свои. Сейчас ты что, ребенок, играть будешь? Друзья, подписывайтесь на наш инстаграм, мы их начали вести. Настюха будет выкладывать вам классные, креативные, интересные фотки. Мальчики, обязательно подписывайтесь, девочки, обязательно подписывайтесь. На меня подписывайтесь, вот здесь ссылочки. Приперлась. Что ты хочешь, порнуху какую-то снять, что ли? Не совсем, эротику. Зачем эротику? Да какую эротику, хочу просто красивую фотографию. С моими любимыми новенькими ботиночками. Вот такой. Капец, друзья. Подписывайтесь на инстаграм Настюхи. Вот еще раз ее ссылка, еще раз и информация. Еще раз. Видите, да, там что собирается делать детка? Там главное, чтобы рука была не жирная. Там такие руки жирные. Что с ними сделать, блин? Это, видите, инстаграм вести девка начала. Угу. У нас новый образ. Как будто наша съемка. Расширяем наши возможности. Так экстром пахнет. Хотя всегда огоньком пахнет слегка. Куда смотришь? Такая уродка. Может, тут что-то есть? Где в жопу свою? Губы, блин. Хоть одну... Где у губы? Губы? Губ нету, и как-то утка тупая. У вас все, когда вы смотрите свои фотосессии, горит? Не знаю. Нормальная фотография, но я не в фокусе. Ёпки-матрёшки. Ёлки-палки. Так всегда. Почему у меня такое? Вот знаете, у кого-то есть там губы красивые, глаза красивые. А у меня ничего не красивое, но вроде в целом-то сойдет. Так-то обидно. Вы говорите, такие у тебя глаза красивые. А у меня вообще ничего не скажут, что у меня красивое. Паша, вот зубы ровные, губы большие. Ну, блин. Птички тоже старые стали, говорят, отвисли. Кто это сказал? Комментарии, вот откуда они все знают? Привели братишку в Суфро, наше любимое. Давай, рассказывай. Ой, что смотри, еда человечья. Наше любимое место, друзья, Суфро, кто еще не знает. Никто не знает, мы же не верим раньше лоб. Короче, кто в Перми? Суфра 600 рублей, объедаетесь, наедаетесь, 550 даже. И держаться надо, прямо спину надо держать, не лечение. О, как? Это вообще прикол. Что за херня? Слушай, это очень кайф. Хочешь попробовать? Нет. Держи за спину прямо. Что за херня? Прикольная. Давид говорит, мы не удержимся в одном конкурсе. Нет. У нас не верит. Не верю. Настя, начинаю держать. И вообще, тут 3000 это последнее. То есть до 3000 надо держать. Сможешь? Да. Очень жестко. А ты до 3000 до конца. И Алина до конца. Но я был вообще просто на грани, у меня уже всего скручило. Алина говорит, держи все равно. Давай, Настюха. Поехали, держись. Давай! Прикольно так! А что ты говорил сложно? Так, сейчас! Сейчас пойдет? Давай! Это мне? Короче, сильно руки не напрягай, сильно маленечко расслабь. Тогда будет лучше. И тогда не так, как Давид говорил. Он, наверное, держался, да? Да, лучше расслабь маленько.
Короче, мы знаем фишку, как это пройти. 1800, 1900. Что, вообще изи? Да? Не знаю, меня вообще вот так вот целом. Ты прям сильно держался. Мы вообще вот так, что ли? Да, короче, я-то вообще вот так вот держал, надо крепко прям держать. Нам говорили, о, сейчас будет круто. Я же сказал, крепко держать надо, крепко. А вы там на расслабончике держали, конечно, вам ручки щекотало и все. Настя шариком идет, довольно. А Давид нас обиделся, ушел. Потому что вы мухлюете, надо держаться крепко. А вы как вот пиздюльнику вот такую держали, ну вот так некрасиво же быть. Получается, сыграли два раза и стратили 40 плюс 40, 80 рублей. Оба раза на максимальной сложности выиграли эту обезьяну. То есть, получается, сделали топ, что можно вообще там сделать. Нам дали 60 баллов, которых хватило на шарик. Как жизнь несправедлива, друзья. Ну что, друзья, наша рубрика снова продолжается. Вчера мы вам советовали фильмы, которые на реальных событиях, довольно-таки серьезные. Ну, про собачек попроще, конечно, но все равно. Сегодня мы вам советуем отличный фильм. «Меч короля Артура». И что теперь? Ты знаешь. Скоро ты станешь легендой. Кстати, вообще напишите, вам интересно то, что мы вообще советуем? Кто это вообще смотрит? Может так быть, мы это писали же пустоту. Ну вот Паше нравится. Я ради Паши делаю. Пашка, Екатеринбург. Ради Паши делаю. Всем, кому нравится, тоже напишите, поставьте лайк. Всем спасибо, кто был сегодня с нами. Сегодня было хорошо, завтра будет лучше. Всем пока. Пока-пока.